Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня моя внучка Даниэла и я, ее бабушка Эмма, печем простой бисквитный рулет с орехами. Подготовим муку. В миску просеиваем 180 граммов муки. Добавляем 5 граммов разрыхлителя. Перемешиваем и отставляем в сторону. В миску миксера разбиваем 6 яиц. Добавляем 80 мл холодной воды, щепотку соли, 2 чайные ложечки ванильного сахара или по вкусу. Туда же добавляем 150 граммов сахарного песка. Взбиваем миксером сначала на средней скорости, а затем на высокой, до получения пышной пены. Объем яично-сахарной смеси в процессе взбивания должен увеличиться минимум в 5 раз. Во взбитые яйца с сахаром просеиваем мучную смесь и аккуратно в одном направлении сверху вниз перемешиваем. Бисквитное тесто готово. Выкладываем тесто на противень размером 60 на 40 сантиметров, выстеленный бумагой для выпечки. Разравниваем. Из этого количества продуктов у нас получится 2 бисквитных рулета длиной по 40 сантиметров. В одном таком рулете приблизительно 12 порций. Для приготовления одного рулета, используя противень размером 30 на 40 сантиметров, нужно взять половину всех продуктов. Маленькое отступление. Дорогие друзья, вышла книга «Любимые торты бабушки Эммы». В эту книгу вошли 32 рецепта любимых тортов нашей семьи. Это наши авторские рецепты и рецепты знаменитых, известных во всем мире тортов. Мы много и с удовольствием работали над созданием этой книги. И очень надеемся, что, купив ее, вы получите удовольствие от стиля, в котором она написана, от фотографий и, самое главное, от тортов, которые вы приготовите. Мы уверены в том, что вместе с этой книгой в ваш дом попадет частица нашего тепла и любви. Купить книгу можно по ссылке в описании, в электронном виде или заказав по почте. Доставка по всему миру. Готовьте с душой и с удовольствием. Вдохновения вам и удачи! Выпекаем бисквит при температуре 200 градусов Цельсия в заранее разогретой духовке 10 минут. Готовый бисквит вынимаем из духовки, даем 2-3 минуты остыть, прорезаем по краю острым ножом, вынимаем бисквит из противня и делим на 2 равные части размером 30 на 40 сантиметров. Удаляем бумагу, кладем бисквит на кухонное полотенце и сворачиваем в рулет. Оставляем остывать минимум на 3 часа. Через 3 часа приступаем к приготовлению крема. Для бисквитных рулетов идеально подходит сливочный крем. Его мы и приготовим. В миску миксера наливаем 800 мл холодных сливок не менее 30% жирности. Добавляем 10-15 граммов ванильного сахара и 200 граммов сахарного песка. Взбиваем сначала на средней скорости, а затем на максимальной, до получения плотного, пышного крема. Будьте внимательны, не перебейте сливки, а то получится сладкое сливочное масло. Разворачиваем бисквит и удаляем полотенце. Смазываем пласт кремом. Разравниваем. Обильно посыпаем орехами. Любыми, по вашему выбору. Мы в данном рецепте используем поджаренные и измельченные
грецкие орехи. На 2 рулета понадобится приблизительно 500 граммов орехов. Сворачиваем в рулет. Смазываем поверхность рулета сливочным кремом и обильно обсыпаем орешками. Или украшаем любым другим способом, по вашему выбору. Различные способы украшения тортов вы найдете на нашем сайте videoculinary.ru в разделе «Украшения тортов». Готовый рулет отправляем в холодильник минимум на 2 часа и подаем. Очень вкусный, нежный, легкий, простой бисквитный рулет с орешками к столу, к чаю или к кофе. Вдохновения, удачи и приятного чаепития!